почему бы и нет, учитывая ситуацию с соседними странами. Мы же не хотим еще хуже, ну, усугубить отношения. Лучше наоборот, как бы способствовать тому, чтобы завлекать и принимать, и пускать, и показывать, что Украина способна проявить дружественные отношения, несмотря на конфликты. Я считаю, что, возможно, Украина может разрешить ей, поскольку она инвалид, и она, ну, да, то, что она нарушила закон и была на концерте в Крыму, да, ну, мне кажется, можно разрешить. Почему, по вашему мнению? Потому что она инвалид, потому что она, наверное, хочется, как и все те, кто поют, прославиться, быть знаменитой. Можно дать ей такой шанс. То, что она инвалид первой группы, вы это не считаете технологией? Либо, может быть, каким-то вот уловкой какой-то? Или знаете, это... на войне все методы хороши. Каждый выбирает свою стратегию, каждый, как считает, так он себя представляет. Если человек идет на Евровидение показать свой голос, а не показать то, что он инвалид, чтобы его пожалели, то, возможно, ему это не мешает, и он это не берет ни в какое внимание. Если человек идет, чтобы показать, что он инвалид, и как бы пустите меня, я из России, то к ней будут соответствующие отношения. У нас народ не глупый, я думаю, сам все поймет. Я считаю, что это немножко ниже пояса такая игра. Я думаю, что есть достойные представители, и не хотелось бы на жалость давить. Я уверена, что хорошая девушка и красиво поет, и я ничего не имею против людей с ограниченными возможностями, но я думаю, что это может расценено быть другими странами, как такой удар немножко не в те ворота. Возможно, стоит организовать такие же песенные конкурсы, как Паралимпийские игры для людей там, с ограниченными возможностями. Они будут там петь, фокус показывает, что это делать. Пусть попробует свои возможности, если талант есть. Пусть покажет его на всю страну, чтобы не стеснялась как бы. Я считаю, почему нет? Если человек имеет хороший голос и человек хорошо себя представляет, то пусть выступает. Это, в принципе, их дело, и мы туда лезть не должны. Насчет наших конкурсантов никто ничего не говорит, и мы насчет других тоже не можем ничего говорить.